Грим, как продвигается анализ системы связи инженеров? Одна зацепка указала на группу эстонских хакеров. Они шифруют связь инженеров в неиндексируемой сети. Ты хочешь их прикрыть? Нет, хочу выудить оттуда побольше. Но если тебя обнаружат, то они сотрут базы данных. Были случаи похуже. Проникни туда, обеспечь нам доступ, и мы многое узнаем. Что тут у нас, Грим? Ты на месте. Есть 3 ключевых точки, где можно подключиться к кабелю. Там надо установить жучки. Я пометила их на схеме и скинула на твой обсад. Грим, я тут флешку нашел. Может пригодиться, захвати. Сдается мне, в этой разболухе яду не хватает. Да, точно. Везде пусто. Сколько пивных здесь. Это какая-то любая срань пропадает. Были бы деньги, могли бы его остановить. Только денег надо до хрена. Времени тоже. Это точно. Жаль. Грим, я захожу на серверы в аппаратной. Первый жучок активирован. Еще 2, и можете уходить. Похоже, ночь будет тихо. Так, Грим, я подбираюсь к их системам. Второй жучок активирован. Ставьте последний. Они вообще вот так и работают. Это ж свиняли какой. Компилщики. Они привыкли. Ну и срачно. Коробки от пиццы, пустые банки, железо везде валяется. Им так лучше работается. Представляю, сколько бы они могли сделать, если бы кто-то к порядку приучил. Попробуем это сказать. Отвратное место. Чем? Раньше тут пиво было, теперь ботаны. Время идет, все меняется. Сауны? Ты что, фен, что ли? Нет, не сауны. Сдается мне, в этой разболухе
Явно не хватает пивка. Точно. У нас везде пусто. Сколько бы пива поместил. Такая пивоварная, зря пропадает. Сэм, я опознала парня, которого ты взял. ЦРУН пригодится. Отличная работа. Это точно. Это не смешно. Появится нормальная жрачка. Ясно, что до города далеко. Но могли бы быть кулаки были. Да здесь же пиво нормально. Тут была пивоварня. А у нас только какая-то остынная моча. Хера нас сюда послали. Свист. Скорее бы отсюда убраться. Грим, порадуй Чарли. У меня для него сюрприз. Он будет в восторге. Соединяюсь, Грим. Когда тут появится нормальная жрачка? Ясно, что до города далеко. Но
Подсоединяюсь, Грим. Тут была пивоварня. А у нас тут какая-то остынная моча. Нахера нас сюда прислали? Свист. Скорее бы. Все жучки работают. Пошел перехват данных. Идите к точке эвакуации и незаметно, а то все на смарку. Понятно. Действуй. Есть визуальное подтверждение. Сейчас заберем вас. Средства переведены.